Для меня большая радость поздравить тебя, Борис Борисович, с днем рождения. Ну, конечно, здоровья, творческого, какого-то неугомонного настроения. Вообще, внутри всех нас, с самого детства, мне как кажется, происходит какая-то война. Ну, поначалу, может, это была войнушка. Потом бывает пожар разгорается сильнее. Но что вокруг нас творится, это уж вообще иногда и словами приличными не опишешь. Мне кажется, что твои песни, особенно когда слушаешь их на концерте, они в нас попадают, и они этот пожар тушат. Это очень-очень здорово. Все, Сергей Галанин, с большим уважением. Увидимся на концертах.